Окей, ток-шоу тільки найсвіжіші музичні кучі. Поїхали. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире тільки найсвіжіші музичні кучі. Давайте їм поаплодируем. Добрый друг. Спасибо большое. К нам приехало два друга. Мы решим их проблему, у них серьезная проблема. То, что между вами, ребята, произошло, честно, бей в колокол. Это мой фразеологизм. Да, ну, давайте вначале с вами познакомимся. Как вас зовут? Толян. Толян и... Дмитрий. И Дмитрий. Дмитрий, это важно, да? Крестьянское имя, хорошо. Да. Толян, Дмитрий. Танатолий. Танатолий. Толян Танатолий. Главное, не снимайте блогер. Толян, кем вы работаете? Токарем. Токарь. Дмитрий. Драматург. Я, по-моему, ходил на ваше представление. Как называется? Такое. Две дозы дозора. Две дозы дозора. Я помню. Боже, я в конце рыдал, честно. Это вам браво, да, браво, да, браво. Да. Сколько вы ставили эту пьесу, скажите? День. Три. Три. Я уже вижу, что между вами какое-то недоразумение. Депресняк. Терпеть вас... тебя. Угу. Тьфу. Толян, Дмитрий, ну расскажите. Дыра. Вы, сколько вы вместе дружили, Толян? Три. Три года. Три года вы вместе дружили. Три. Тварь. Думаешь? Обидно сейчас было, но... То, что между вами произошло, честно, вы еще подбираете слова. Дмитрий, кстати, его в голове не укладывается. Вы же такие друзья, он же крестил вашу дочь. Как ее зовут? Тамара. Тамару крестил, он же крестный, вы дружите вместе. Ну, давайте, рассказывайте, что так случилось в тот день, в ту мрачную пятницу. Так, тогда... Вы... Такое! Где вы были? Творилось! Ну, где вы были? Вы пошли выпивать, да? Вы пошли выпивать в кафе, заказали. Что вы себе заказали? Текилу. Две. Две текилы? Вы завязали разговор, начали общаться. Вы после смены, вы же токарь устали. У вас пьеса грандиозная, начали делиться. Ну и здесь. И здесь, конечно же, по камерам видеонаблюдения... Драма. Драма, да. Драма. Началась... Тусня. Тусня. Началась какая-то потасовка, тусня, да? Тусня, тусили. Я хочу сейчас вас прервать на секунду. Есть человек, который был в тот вечер в этом же кафе. Давайте поприветствуем Донат. Его. Он прольет свет. Здравствуйте. Вас, похоже, узнали. Душечка. Родион Рудольфович Рудиментарный. Здравствуйте. Родион Рудольфович, а вы кто? Режиссер. А, вы режиссер в театре, в котором работает наш гость, Дмитрий, да? Дмитрий. Радикальная реинкарнация репки. Я слышал, я читал. Вы добавили нового персонажа, кого? Рустем. Который поставил ее на место. И добил действо. Да, красиво, красиво. Мы все ходили, да, на это представление. У нас маленький городок, больше некуда ходить. Ровно. Да. Расскажите. Ну, рассорились. Рассорились. Вы тогда были, вы подошли немного позже, вы тоже себе заказали. Вы текилу себе заказали? Ром. Ром. Просто интересно мне, что пьют. Ты тоже тюкал текилу. Рюмочка. Удолил! Давайте не будем врать. Пожалуйста, пили текилу? Ну, нет чего в этом... Рюмочку. 13! 13? Да вы были пьяны. Тело. Вы, похоже, нам не поможете. Ром раскрывает режиссерский разум. Честно, последний раз мне так флеш приходил, да? Только так и творит. Угу. Они, люди творчества, такие. Так как вы были в тот вечер пьяны и напились до того, как что-то запомнили, я хочу пригласить еще человека, который был в том же кафе. Давайте поаплодируем. Добрый день. Добрый день.
Спасибо. Тащи! Спасибо. Здравствуйте. Рудольф там обиделся. Такое. Сам себе. Здравствуйте. Как вас зовут? Станислав. А отчество, я вижу, вы человек взрослый. Хочу по отчеству. Станиславович. Станислав Станиславович, расскажите, вы в тот вечер тоже были в кафе? Нет? Столовая. Вы были в тот вечер тоже сказали. В столовой? Ага. Столовая. Где продают текилу. Самой. А кто вы? Вы Секьюрити. Вы охранник этой столовой. Секьюрити 17-й столовой. Служу собакам. Ну, давайте, плохо о начальстве не говорить, когда его нет рядом. Расскажите, когда началась потасовка между друзьями? Ссорились. Схватились. Сосутся. Тихо! Тихо! Терпила! Тарас, ну пусть расскажет свою версию. Толян! Толик, Анатолий. Тюкну за Тараса! Не надо! Тыкву! Хорошо, что секьюрити. Вы, если что, меня защитите. Само собой. Сломаю ступню. Что, после того, как мужички помирились, что-то было дальше? Только тихо. Видимо, что-то было дальше. Разврат? Нет, не было разврата. А знаете, что было? Об этом нам расскажет наш следующий гость. Козелина, козел! Дура! Козелина! Так, видимо, это дыши, ваши... Дыши! Как кинул красавицу? Дураков... Короче! Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. У нас женщина. Здравствуйте. Рудольф всем руку подает. Вы не обращайте внимания. Красиво. Да. Садись, солнышко, садись. Вы галантны с женщинами. Постоите. Похороняйте. Да, Наталья. Дарья? Ты тёлочка? Дарья. И судя по крику на Дмитрия, убери руку. Судя по крику на Дмитрия, я понял, что они... Руку, я сказал. Красивая, охрана! Красивое колено. Ну. Сжать сисю. Всё, спасибо. Всё, сидеть. Вы жена... Колышня. Дарья. Калика. Вы бывшая жена Дмитрия. Вы тоже разведёнка. Были... Разведёнка. Вы... Дарья, вы в тот вечер тоже были в кафе. Я сегодня спрашиваю всех, кто что пил. Вы что? Кальянчик. Чисто. Вы сидели в углу. Кассирша. Вы кассирша в столовой с кальяном, да? Дарья, очень, знаете, женщине тяжело, когда в ее же заведение приходит ее же бывший с другом. Вначале дерутся, а потом сосутся. Больно на это смотреть. Конечно. Дарья, что вы чувствуете? Кислота. Что, у вас поджелудочная кислотность? Боже мой, вам что-то... У меня есть таблетки, выпейте. Кофе! Есть, пожалуйста. Кофть. Вам лучше? Дарья, расскажите, вы нам обещали рассказать, что было потом, после того, как друзья помирились. Это очень важно. Каникулы мы. А? Каникулы? Колюсика. Каникулы Колюсика? Вашего сына? Конечно. Дочь. Колюсик? Да, дочь. Дочь. Достойный дочь достойного Дмитрия. Твой? Он назвал дочка Колюсик? Казнина. У нас новая проблема. Вы оставили Колюсика дома, у него каникулы. Вы хотите вернуть мужа? Конечно. Да. Как? Дмитрий. Такое толстое тело. Кусай! Все!
Здравствуйте! В эфире, как всегда, в среду в 4 утра. Деревянный, мягенький, невидимый, кошевой. Добрый вечер, здравствуйте. Давайте для начала с вами познакомимся. Как вас зовут? Давайте, молодой человек, с вас начнем. Друзь. Друзь? Друзь. Интересно, как ваша фамилия? Друзь Дякатулин. Дякатулин. А отчество? Так, очень интересно ваше вообще древо. Как у вас все так пошло изначально? Друзь Дякатулин Дятлович. Дятлович, сходите в паспортный стол. Девушка, здравствуйте, очаровательная девушка. Вас как зовут? Лещ. Мы что, в басне какой-то, а? Лещ? Лещ? Лещ. Просто Лещ. Просто Лещ. У вас ленивый, хотя бы есть ленивый. Фамилия. Ленивый. А? Ленивый Лещ. Ленивый Лещ. Как же здорово, что вас выбросило к нам на диван. Я забыл представиться. Я куст болотный. В общем, в нашей передаче никто не называет своих настоящих имен, потому что то, что случилось с ребятами, конечно же, огласки на всю страну донести, это и так подвиг с вашей стороны. Да. Так, друзь, кем вы работаете? Можно называть настоящую профессию? А, дякую. Дальнобойщик. Вы дальнобойщик. Дальнобойщик. Откуда к нам приехали? Дружковка. Из Дружковки. Что везли? Дарунки. Дарунки из Дружковки? Дарунки из Дружковки, да. Для кого? Кому вы везли? Для друга. Для друга. Друзь для друга. Ого, так целую фуру подарков? Да. Как зовут друга? Вы на именах. Мне просто интересно. Да? Компания ваша. Дмитрий. Ого! Как вы вообще пересеклись? Лещ, к вам вопросов больше у меня и у психолога штатного. Легко. Легко, да? Легко. Кем вы работаете? Любовью. Вы любовью работаете. Скажите, пожалуйста, вы помогаете людям найти любовь, либо вы сейчас похвастались? Ленюсь. Ленитесь. Ленюсь любить. Ленитесь любить. Дразница. Да, ну, друзь. Не тыкайте пальцем в леща. Где ваше воспитание? Значит, эта девушка не может найти любовь, вторую половинку, а в нашей передаче «Невидимый, мягкий, твердый, кошевой» мы помогаем найти вторую половинку. И сегодня... А? Деревянный. Деревянный. Прости, наш тотем, наш символ здесь. Мы поможем вам найти вашу любовь. Да. Ладно. Вам найти вашего друга, ведь Дмитрий не отвечает на звонки. Да, давайте. Итак, наш первый гость поможет одному из вас. Давайте встретим его аплодисментами. Здравствуйте. Дядя? Боря. Борис. Борис Бурда. Борис Бурда? Борис Бурда, друзь. Лещ. Лимфоузел. А? Лимфоузел. Лимфоузел. Видно, воспален, да, кстати. У вас прям с этой стороны, но прям огромный. Болею. Болеете, да? Болею. Лещ, он рыбий глаз, он сразу замечает. Вообще, мне кажется, что здесь вопрос был задан, а что, где, когда, друзь, бурда, и правильный ответ – лещ. Борис Бурда, вы здесь, мне интересно, вы кому решили помочь? По какой причине вы тут? К друзю вопрос? К лещу? Боюсь быть без бабы. Безбрачие. Бабьонца. Любовь, лимфоузел. Любовь, бухгалтерия. Лимфоузел.
мало кто знает, но это черновой вариант «Розовая лапка диадема ожерелья». Борис, то есть вы сегодня рассчитываете, ну, так сказать, получить леща? Обожаю. Легко. Легко? Она не против. А знаете почему? Потому что... скажите, лещ, какие качества вы цените в мужчинах? Каким он должен быть, мужчина? Действительно. Да-да, давайте. Лизоблюдство. Лизоблюдство. Вы скажите, вы лизоблюд? Что это такое? Безусловно. Лизоблюдство, так. Ну что мы ожидали от леща? Блюдо. Блюдо. Вылизывать. Лизоблюдо. Он будет все... Ни одной крошки не останется, поверьте. Да? Ладно. Что вы любите из блюда? Какое ваше любимое блюдо? Буженина. Бобы. Блинчики. Все, будет вылизывать. Лизоблюдство есть. И лак. Все? А? Лак. Лак. Лакирировать. Брюки, брюки, да. Брюки. Ботинки, брюки, ботинки, БДСМ. О! Боль, боль, боль! То есть вам подходит кандидат, да? Легко. Ну, это не все претенденты на ваше сердце. Блестящие брюки. Я хотел бы сейчас поприветствовать еще одного гостя. Давайте поаплодируем. Здравствуйте. Лещ. Здравствуйте. Лещ, да, познакомьтесь. Лещ, Друзь. Бурда. Вас как зовут? Старуха Серафима. Лещ, это не к вам. Ладно. Ага. Почему вы к нам пришли? Свожу с глаз. Создаю семьи. Бабуся. Бабуся. Вова лучше. Боюсь без брача, бабуся. Помогите Борису Бурде, пожалуйста. Сей сударь создан создавать семью. Сниму с глаз. Сходи. Сходи. Сниму с глаз кожу. Сосу силу. Да! Какие идиоты! Бабуся, бабуся, брюхо болит, брюхо! Бабуся! Это нормально? Скажите, что боль? Бабочки, слышу, бабочки. Слышу супружество. Как ее зовут? Лохотрон! Как? Лохотрон? Дикая дурня! Дикая дурня. Ну? Старуха Серафима. Самая... сильная сила села. Но... девушка. Да, пожалуйста, у вас у дальнобойщика, кстати, я все время, всю передачу думал, зачем вы здесь. Пожалуйста, у вас вопрос. Друзь! 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 Давай, давай, дескать, дружить, дедушка. С Борисом? С Бурдой? Девушка и дедушка... Стоп, стоп, стоп. Лишнее, лишнее. Сейчас, подождите, старуха Серафима. Слышу сейчас. Супружество. Старуха Серафима, вы не ошибаетесь? Создаю связь. Старуха Серафима. Думаю, дебил. Больная бабуся. Вы ничего не чувствуете? Борис? Би. Бой. Борис, сядьте на место. Бой, beautiful boy. Старуха ладно. Серафима, быстро исправьте, верните обратно. Дивная дума. Верните ладно, обратно. Ладно, ладно, ладно. Семье светит счастье. Благодарю, бабуся. Сядьте, пожалуйста, на место. Итак, давайте встретим нашего следующего гостя.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите к нам, кто вы, пожалуйста? Рапан Ракушкин. Рыбнадзор. Ра! Рыбнадзор! Вы... Вы приехали за лещом? Разумеется. Пожалуйста, расскажите, откуда вы узнали, что лещ у нас? Рапан, вот когда вы нашли леща, рыбнадзор, куда вы собираетесь увезти леща? Ровно. Что, что там за водоем? Рыбный. Лажа. Как называется вид леща? Что это? Мы не видели таких лещей. Разводной. Рыбка разводная. Лещ. Роскошные рисунки. Итак, мы очень рады, что лещ вернется на свою родину. Может быть, там вы найдете в своем водоеме... Лося. Лося? Лося? Лещ и лось. Лысого лося. Лысого лося? Лысого липкого лося. А он у нас в студии. Все. Раунд!